пока у эмбриолога в руках не будет яйцеклеток и сперматозоида, даже какие-то прогнозы очень сложно говорить. Потому что все пары у нас, которые имеются, они достаточно еще молодые. Возраст позволяет нам, в принципе, получить яйцеклетки хорошего качества. Вроде как здоровы-здоровые, оба здоровы, молодые, здоровые. А потом делали лапароскопию и проблемы с трубами, трубный фактор. Трубный здесь в нашем случае имеет очень важную роль, потому что трубы – это яйцевод, по которому следует яйцеклетка, оплодотворенная в полость матки, а также именно по этому пути следует сперматозоид навстречу к яйцеклетке для того, чтобы ее оплодотворить. Я расстраивалась и переживала все время. Поддерживали друг друга и надеемся, что у нас все-таки все получится. Какие-то другие еще выводы сложно делать, потому что вот в анкете даже еще нет никаких анализов. Вот, требуется дообследовать пациентку, чтобы сделать более четкие выводы по поводу ее состояния здоровья. Скажем так, эта ситуация показывает и доказывает, что, наверное, мы люди, которые созданы друг для друга. Просто мы о ней сейчас, говорим ЭКО. Также какие-то есть другие проблемы, где мужчина должен подставлять плечо своей женщине. Что касается супруга, то мы имеем результаты спермограммы, которые соответствуют норме спермограммы. Наиболее важные показатели в спермограмме – это количество сперматозоидов, количество сперматозоидов с прогрессивным движением и количество сперматозоидов с нормальной морфологией. Согласно показаниям данным ВОЗ 2010 года, нормальными считаются спермограммы, где количество сперматозоидов более 15 миллионов в миллилитре, количество с прогрессивным движением 50, причем сперматозоидов класса А 25 и более, и морфологически нормальных сперматозоидов более 4% при оценке по Крюгеру. Процесс оплодотворения осуществляется большим количеством сперматозоидов, и большое количество сперматозоидов должно достигнуть яйцеклетку, запустить реакцию активации яйцеклетки, но только один проникнет в яйцеклетку и сможет ее оплодотворить. И вот для того, чтобы этот процесс нормально происходил, нужно большое количество сперматозоидов. Поэтому мы своих пациентов обязательно, конечно же, обследуем. Это один из важных, как я уже сказала, анализов. И вот у данной пары все показатели спермограммы укладываются в нормальные значения по критериям ВОЗ. В принципе, со стороны мужчины такого никакого тяжелого фактора бесплодия пока мы не отмечаем. Нам нужен ребенок, нам нужен малыш для того, чтобы быть настоящей счастливой семьей. Именно у таких семей должны рождаться дети, я считаю, где папа с мамой искренне любят друг друга. Для этой пары мы будем выбирать метод оплодотворения в день пункции, так как показатели спермы, в принципе, позволяют поставить здесь и классическое ЭКО. То есть тогда, когда яйцеклетка будет отмыта и добавлена к ней суспензия сперматозоидов, и оплодотворение будет происходить самостоятельно. Но такой метод оплодотворения выбирается в том случае, если мы получаем достаточное количество яйцеклеток. Если яйцеклеток 5 и менее, то, конечно же, приоритетно выполнить оплодотворение методом ИКСИ, даже тогда, когда мы видим нормальную сперму, для повышения эффективности. В день пункции, когда будут получены яйцеклетки, репродуктолог с эмбриологом коллегиально определят метод оплодотворения. Давать прогнозы в наших случаях дело в какой-то степени такое сомнительное, но по этим пациентам я считаю, что у них есть большие шансы получить долгожданную беременность. После второй неразвивающейся беременности
я уже поняла, что что-то не так. У пациентки Надежды имелись в анамнезе 3 замершие беременности и 1 попытка ЭКО. Эта попытка была произведена с предимплантационной диагностикой. Она производится на 5-е сутки, когда эмбрион достигает стадии бластоцисты. На исследование берется до 5 маленьких клеточек трофэктодермы, отщипывается небольшой кусочек и отправляется на исследование. В таких случаях перенос в свежем цикле не делается, и все эмбрионы, которые были подвергнуты диагностике, они полностью криоконсервируются. И перенос производится потом только после результатов исследования. И беременность все равно не наступила. Из этого можно сделать такой небольшой, может, предположительный вывод, что качество образовавшихся эмбрионов не влияют на процесс имплантации и вынашивания беременности, что, скорее всего, имеются какие-то другие факторы, которые нарушают эту беременность и происходит прерывание беременности или вообще не наступает имплантации. Из собранного анамнеза мы видим, что у девушки имеется нарушение свертывающей системы крови. Поэтому это как один из факторов может быть и прерывание беременности, и не наступление имплантации. Можно получать хорошего качества эмбрионы, но беременность можно не получить, или эта беременность может прерваться на ранних сроках. Ну, мы не сдаемся. Живем мы дружно, жизнь у нас интересная. На месте не сидим, всегда движемся, поэтому мы в этом будем обязательно двигаться и двигаться, пока не добьемся своего. При обследовании Павла мы видим спермограмму. Спермограмма соответствует норме, то есть сперма является фертильной. В данном случае метод оплодотворения также будет выбираться в процессе получения яйцеклеток, определения их качества, степени зрелости. И совместно с репродуктологами эмбриолог будет выбирать метод оплодотворения. Единственное, что в спермограмме нет МАР-теста. МАР-тест хотелось бы тоже иметь, особенно в случае, когда имеем хорошую спермограмму для исключения фактора такого мужского бесплодия. Что такое МАР-тест? С помощью МАР-теста можно определить наличие антител на сперматозоидах, которые препятствуют проникновению сперматозоида в яйцеклетку, связывание его с яйцеклеткой. И в таких случаях, когда эти антитела присутствуют, сперматозоид самостоятельно не может проникнуть в яйцеклетку. И в таких случаях, конечно же, преодолеть бесплодие в таком случае можно с помощью методов ИКСИ, когда сперматозоид будет введен в яйцеклетку с помощью микроиголочек. Моя задача – поддерживать, а не плакать, переживать. У нас прогноз только один. Мы надеемся, что все наши пары будут беременны.